Добрый вечер. Добрый вечер, друзья. Сегодня я просто вам объясню. Сегодня две гитары, вот так вот, и контрабас. У нас немного всего, трое. Но поскольку с гитарой связано много по жизни, я вам сейчас расскажу все секреты, и вы будете обо всем знать. Во-первых, самый главный секрет, это называется семейный. Кто-нибудь знает? А я думаю, что, может быть, наверное, никто не знает. Папа у меня был тоже гитарист. Знаете об этом? Нет. Вот теперь узнали. И мы бы исполнилось бы, вот совсем еще чуть-чуть осталось, до сентября месяца, 100 лет. История? История. А слышали когда-нибудь о таком коллективе, который называется Госджаз СССР? Нет, не слышали. Ну, это еще я вам рассказал. Это все было. А мне уже, я уже не буду говорить, сколько. Это не важно. А я продолжаю папино дело и играю на гитаре, как и он. Только он в Госджазе СССР, а мы вот здесь. Максим Шемин рядом со мной на гитаре. Ваши аплодисменты. Да, и помогать нам будет Денис Шушков на контрабасе. Ответь, я вам все секреты рассказал. Но главный секрет – это еще один. Это такой дух, есть слово «дух». Дух вот этот, который между нами сейчас должен летать. Вот, чтобы мы играли вместе, зажигательно. Как это говорят по-современному, зажигалка, да? Чтобы зажигалка была. Потому что инструменты, гитары, они акустические фактически. Электричество это для того создано, чтобы, я имею в виду, простое электричество, без там всяких педалей, там все. Вот просто усилить звук, потому что иногда не слышно. А чтобы вам было слышно, мы его усилим вот через эти усилители. А так, в общем-то, гитары акустические, обычные, простые. Это здорово, и я очень люблю это делать. Я хочу, чтобы у нас это сегодня получилось. Я думаю, что это получится. Программа вся построена очень просто. Как принято говорить, из джазовых стандартов. Из таких известных тем, которые, наверное, скорее всего, у вас на слуху. И главное – это ваше участие, чтобы вы тоже принимали участие, потому что энергетика должна быть, должна быть. Вы ее мне тоже отдавайте, и нам всем тоже, а мы будем вам ее посылать. Вот это самое главное. Так что, если вам захочется, хлопайте, не будете, хлопайте, это нормально. И мы будем очень рады, потому что это награда главная для исполнителя. Так говорил всегда Арт Блэки, знаменитый музыкант, которого уже нету, но он говорил, важно для нас аплодисменты. И если они есть, то мы еще играем лучше. Вот это самое главное. Ну и так мы начинаем. Спасибо. Thank you.
Спасибо. Максим Шипин на гитаре, Даниил Шульков на контрабасе. Это был Take That Train, Дьюк Эллингтон. Все как в джазе. Вот, наверное, был джаз, вы уже почувствовали вот то, что вот захватывает, да, ритм качания, свинг так называемый, вот то, что вот это вот качание, это самое главное, это составная часть вот этого. Ну что же, мы тогда еще немножко коснемся Эллингтона, поскольку мы начали, и сыграем тему, которая называется «In a sentimental mood», в сентиментальном настроении.
Спасибо. Это было Innocent Amazon, Duke Ellington. Мы вспомнили Duke Ellington, но без него просто невозможно. Duke Ellington – это джаз. Это тот самый джаз. Я думаю, что мы сейчас перейдем к боссанове. У нас был свинг, у нас была баллада, теперь будет боссанова. Она будет именно Gentle Rain. Это такая лирическая тема. Автор Луис Бонфа. Thank you.
Спасибо. Максим Жибин на гитаре, Леонид Сурков на контрабасе. Вы, наверное, видели недавно большое джазовое шоу. Большой джаз. Там было много джазовых артистов, которые соревновались. Да, кто лучше, кто умеет более. Ну, были и менее. Разные были. Среди гитарного цеха, как я называю, было тоже немало исполнителей. Вот. И они тоже соревновались. Я тоже болел. Но я Максиму не звонил. Я не хотел его тревожить. Он был в напряжении, он переживал. И в конце концов переживания вылились в хороший результат. Он стал первым на гитаре. Давайте поаплодируем ему. Мне все время хотелось, чтобы гитара была, ну, как бы полноценная звучала, чтобы все было, и соло, и какие-то приемы, и октавы, и интервалы, ну и, конечно, аккорды обязательно. 6 струн, как же их вместе не взять? И это все получилось, и это дало тоже свой результат. Хорошо, мы продолжим дальше. Я хочу, чтобы мы для вас сыграли такой, ну, горячий, я бы сказал, блюз. Блюза у нас еще не было. Блюз такой для открою тайну, для моего внука Арсения. Арсений его зовут. В первый класс пойдет. Не 1 сентября, а 2. 2 получается у нас в этом году. Вот для него блюз был написан, я его записал как-то. Он такой живой мальчишка, носится, бегает везде. Вот и такой и блюз получился. Thank you.
Я думаю, что Арсений пойдет в первый класс. Вот так. Спасибо. Сейчас я хочу немножко представить, у нас гитарные формы. Программа у нас есть соло, гитара, дуэт и так далее, и так далее. Сейчас мы попросим Максима сыграть в дуэте. Я думаю, что с контрабасом будет тоже лирическая тема. Будет очень красиво. А я послушаю. Это же джаз, надо что-то сказать, надо договориться хотя бы чуть-чуть, остальное все по дороге, в этом смысл. Thank you.
Максим Шевин и Денис Шушков, дуэт, контрабас и гитара. Что очень трудно, я вам скажу, потому что некуда спрятаться, это называется. Мы когда втроем играем, еще можно куда-то, но когда дуэт, некуда спрятаться. Поэтому мы первое отделение заключим дуэтом, но с Максимом. Денис пойдет немножечко, отдохнет уже, а мы вдвоем сыграем две гитары. Я думаю, что это будет известная тема, которую играют все, по-моему, ну и гитаристы в том числе. Называется она «Alone Together». Одинокие, но вместе. Thank you.
совсем шевен. Гитара. Меня зовут Алексей Кузнецов. Небольшой перерыв. Спасибо. Часть не знает. Да? Ну хорошо. Хорошо. Я просто спрашиваю это для того, чтобы, ну, как-то программа, в общем-то, музыкально-просветительская, я бы сказал. Я стараюсь все время что-то рассказать. А в дальнейшем, я надеюсь, может быть, я буду еще кино показывать. В кино кое-что. Это будет тоже очень интересно. Вот. Поэтому историю джазовой гитары, тем более нашей, нужно знать, и я вам об этом буду рассказывать. Хорошо, мы продолжаем. Just Friends есть такая, правильно я называю эту тему, но известна.
Спасибо. Ну, я вам скажу, что мы сейчас импровизируем. Серьезно, да. Потому что многие думают, а что, может, у нас ноты здесь, да? Но я могу сказать, что мы по нотам играть умеем тоже. Это тоже важно. Что... Не-не-не, это не джаз играет, они без нот. Как без нот? Мы и ноты знаем. Это просто, когда есть претензии к джазовому музыканту, говорят, вот он такой-то, такой-то и такой-то. Ну вот, я и объясняю всегда, что мы ноты тоже знаем. А теперь прекрасная баллада из джазовой классики тоже. Называется она «My Funny Valentine». Thank you.
спасибо. Это уже была импровизация сразу. Ну, видите, что-то получается. Что-то напоминает. Теперь мы сыграем, опять вернемся немножко к Дюку Эллингтону. Я уж очень люблю его. Нет, без джаза нету. Эллингтона нет, и джаза нет. Как-то надо, что-то такое. Да? Jazz Quiz Me есть такая тема. Thank you.
Спасибо, это был джаз Кузьмы Дюбенко. Ну, теперь наступает моя очередь одному поиграть. Да? Максим снимает гитару. Правильно? Отдыхай.
Спасибо. Это была баллада «But Beautiful». Спасибо. Ну и теперь мы вместе. Гитарные формы продолжаются. Сыграем тему, которая называется «Invitation». Ну, то есть приглашение фактически. Но мы вас уже пригласили, и вы здесь. Thank you.
Спасибо, это было интуитивно. Ну и закончим мы наше действие блюзом. То, что без блюза тоже нету джаза.
друзья. Максим Шибин. Максим Шибин, гитара. Денис Шушков. Денис Шушков, контрабас. Видимо, это была программа «Гитарные формы», соло, дуэт, трио. Все, что мы могли вам сегодня показать. Я надеюсь, что мы еще встретимся и продолжим наш экскурс в гитару, в джазовую гитару, в советскую гитару, в русскую гитару. Я не знаю, как еще можно назвать. Конечно, у нас будут примеры интересные наших заграничных музыкантов, которые будут в кино. Я надеюсь, что я так сделаю, что кино тоже будет очень интересно. Программа «Гитарные формы». Меня зовут Алексей Кузнецов. Спасибо.